Очень метовый персонаж, как оказалось. Кто бы мог подумать. О, хорошо, С2 влетает. Сразу так, тотемчики. А как это достало? Недалековато было? Ну да ладно. Норм. Это Mortal Kombat 11. Оп. Оп. Так, хорошо, командничком зашел. Ап 3 не попадает. У меня сейчас такая теха есть. Опа. Это вот она была? Да, серьезная. Блин, вот а вот классно. Это тоже? А, вот это я понял. Ну что, панишь будет? Надо на КБ. Но есть возможность вывалиться. И знал про это позест, решил, чтобы гарантированный урон влетел, но еще немножко ХП должно остаться. Так, фаерволы пошли, 17 ХП осталось. Ой, он законфернул, он попал. Он это сделал. Сюда. Мужичайшие F2. Ну, хорош. Но это пока что раунд. Разменялись Fatal Blow. Теперь уже нормально, честно играть можно без этих ваших читерских курков. А вот бы еще защитные тотемчики. Да, вот прикольно было. Так, сколько урона улетит? 338, на минуточку. Хорошо, чистый блок, паниш. Смотри, что творит молодой человек. Ну, между прочим, человек готовился к сету сегодня. Ну да, сразу видно, ЖК брез. Паниш. Ну, единственное, что если сейчас что-то влетит, или раунд... Нет, раунд закончился. И не дает реализовать убер-супер-мега-дупер сетап. 2 тотема успел. Третий будет. Что? Ух, что-то немножко не то. Нормально, все нормально, все нормально. Живой. Главное, что живой. О, поехали. 246. И какой классный драпчанский. Невероятный. Такого в жизни не видел. Наказывай. Кстати, что интересно, не с КБ решил пойти. Потому что были метры на то, чтобы вывалиться. Конечно. Так, да, я так и задумал. Так, 2000 подряд. Хорошо, засейвил диском. Огромный чип влетает. Клатчевая ситуация. Не было вифпаниша от позеста. Тычкой в лес. И это 1-0. Нет, не законфермил. Это 1-0, да. Ребята. А вот теперь это 1-0. Так, повел у нас Эл Кенни, 3-2-8. Коталь Кансила. Ха, Коталь Кансила, остальные могила. А у меня вообще киски здесь нету, да? Я только потом понял, что у меня здесь нету в этой вариации киски. Это к русскому мишке. Да. Давай потом Фуджина и это еще... Джеки Брикс, может быть. Ого. Уважаемые техи, пошли, слайд. Будет еще один? Я жду. Нет, решу плюс. Ой, извините, не заходите. Так, тычка проверил, 6 кадров. Надо уважать такие вещи. Ой, завив панишу, но не подтвердил, не поверил. А вот тут зато поверил спокойно. Хороший конферм. И, ой, вот, кстати, а если бы паниш, вместо тибега? Кенни вообще в себя поверил, по-моему. Так, брейкэвэй. Засейвился диском. Чистый блок. Хорошо, тычку проверил. Что это? Это мисс-инпут был. Чё тычки? О, это ну... убивает. А что это было, Кенни? А зачем? А я думал, он... Ну ладно. А вот всё теперь, вот сиди в углу и рыдай. А я не буду. А придется. Здрасте. Понял. Опа.
я смотрю вот ваши деньги. Так, хорошо, вскрыл через один. О, обидненько было. Найс, Д2 даешь. Но он прыгал! Ты забыл, в какую игру играешь? Так, Дропчанский, АП-2. И плохо затаймленный F2. Пошли айсболы. Ну тут да, приехали. Просто с ноги пинка дал. 1-1. Видит бог, я не хотел. Видит бог, я не хотел. Ожидаю что-то страшное сейчас. Наверное, Милина? Шансун. Господи, еще один. Не-не-не-не. Шансун против Саба, мне кажется, это... Как один. Опять вот эти вот ваши терминологии подъехали. А, да? Да, вот именно так это делается. Как тебе там Drive Impact, вот это вот все? Вкусно? Да, мне нравится, да. Оп-оп. Оп. Оп. Блин, классная игра, кстати. Мне нравится. Ух ты. И еще один слайд летает от Позеста. Ну, это страха нет. Еще один, и нет паниша. Ну, можно, значит, еще раз дать, не страшно. Или вот так вот сделать. Ага. Да, если бы еще F4 коннектилось в этой ситуации. Ну, ясно. Только оверхеды может там давать. Так, D4 спасает. Зона ФБ. Зона... Мне кажется, Кенни сам не верил, что это зайдет. Нет, нет, я вот прям максимально знал. Это и уже годы опыта, ребята. Да, да, да. Жалко, а теперь... подробности вы увидите в гайде на Джейд. Который выйдет в 25-м году. Сразу после гайда на Киндерли. Да, да. Опа! Так, АБ влетает. Будет реализован. Почти. Неплохая попытка. Так, а подтверждение? Нет, air-to-air. Ну вот, подъехало подтверждение. Эхо, обрез. Так, нет чистого блока, но продолжение нет. Нет прессинга, зато вот есть конферм на прыжке 1-2. Опа. Это что, Кенни выигрывать собрался сейчас? А нельзя? Да нет, можно, в принципе. Ну, я-то не против. Ну, тогда что? Как говорится, нам прет, мы играем. Ну, тогда ждем тебя в следующем сезоне обязательно. Конечно. Так, а где паниш? А нет, паниш, а вот все. А надо было раньше. Да, надо было раньше. Ой, обожаю. Ай, смотри, ковшик не зашел. Сейчас мог бы на фул комбу вести, но через Т2 тоже можно. Конферм. И слайдит, да? Получается. Кстати, интересно, воздушные топоры взял. Ой, пропускает оверхед. И тоже оверхед пропускает. Здорово. Так, еще слайд, по-моему, 2 влетело. Можно было, кстати, бы убивать. Но мы... А Бля! Кстати, убьет сейчас. А, нет, что? Ну, каков хитрец, зарядил бросочек. Хотя, вот, влетел бы D2 от Джейд. Но это очень смело было. Сейчас на панике просто могу бы КБ влететь. Так, а, это уже третий даже был. Ну, все, получается. Хороший конферм. Главное без дропчанских обойтись, и обходится же, открывает ФБ. Ну, Пазес прям собрался очень. Видно. Дядя, ну, не надо! Убивать. Нет, не за что. Брейкэвей. Ну чё, оверхедик? Или нет? Или да? Тычка, я нет, сдался. О, ты посмотри. Хорош. 2-2. Еще и бруталец? Все, ну это война.
Так, где мои счастливые носки? Все, это, я считаю, тут даже никаких... Никакого веселья. Ну, получается, драка на смерть? Конечно. Бой буду играть стоя. Понял. Чтоб потом пресс F нажать. Так, конфирм есть через D2. И оверхедик есть тоже неплохо. На... Нет, не успеет наказать. Найс, D2 даешь. За спасибо. Что? Да, хороший бросок. Ай, да, наказывать надо за это. Плюса. D2! Уф, больно, неприятно. Дал собственного лекарства вкусить. Ну что, будет ультимативная секретная теха или паниш? Нет, повезло. Не было нормального паниша. Ну почти, я думал, там один ФБ будет. Я тоже думал, но... Ну получилось, как получилось. Да, получилось, как получилось. Ого. Чё? Конферм? Или... А? Что? Что происходит, я не понимаю. Ну все, на слайдах катается. Как говорится, может себе позволить. Так. Тычка, швабра. Ой, ну наказывай, конечно. Air to air, confirm, хорошо. И есть угол. Хотел КБ сделать, но в итоге дает возможность Кенни спастись. Потратил все метры, пропускает разоранги. Я прям жду, как этот ФБ влетает. Конферм, нет, не попал второй разоранг. Бросок. Мало ХП остается у позеста. Ну и у Кенни немногим больше. Нет, все-таки забирает раунд. Эпичный момент. Ну что, сетпоинт для обоих. Пошли броски. Ага, тычку пропускает. Хорошо, так трол. Ну, и чего? Как после ползучего льда влез. Словил на том, что ждал усиления и не ждал оверхеда. Паниш, нет паниша, что вы делаете? Прекратите, мерси, пожалуйста. Мерси, мерси или... Мерси, свинья. Ой, извините. Хорош ГГ, братан. Бан. Тебя позес забанил только что. ГГ, братан. Вот так вот, значит, сначала обзываешь, потом ГГ, братан. Вот так вот вы все делаете. Так, ну все, у меня. А я как в перерыв уйду? Выйти из лобби. Выхожу.